Друзья, всем привет! Сегодня у нас вот она. Короче, овечка игнилась у нас, вторая, а на улице 29 градусов сегодня было. Ну и вот Лена Степановна ее повела в теплое помещение. Сейчас там для теленка у нас перегорожено. И пасает его. Сегодня ночью было 29. Сейчас в данный момент стоит 26. Это не так страшно, как сегодня дует сильный ветер. Ветер дует. Ну что, реальная пришла зима. Овечки стоят в таком помещении. Здесь тепло стоит. Это стекло стоит, говорю, блин, уже заговариваюсь. Тут теплая подстилка. Вот так вот они, короче, стоят. Коровы стоят у нас вот в таком помещении. Здесь есть потолок. Вот даже он отдушенный. Это пар идет. Тут вот у нас этот из-под теплицы такая фигня сделана. Сейчас телят покажу, где телят стоят. Здесь стоят телята. Два бычка от двух коров дойных. Два бычка. Чук и Гек, да? Чук и Гек стоят. Здесь тоже есть потолок такой сделанный. Вот так вот. Да, теляты. Телята. Ай. Здесь котята живут у нас. Сейчас. Здесь у нас телушка стоит, которая шайшница на снастях. Я стою. А там... А я здесь стою с коровой. Здесь это переделано. Ну, для телят отгорожено сейчас посадили. У нас доятся две коровы в данный момент. Но они запускаются. Та корова, которая с овечками ходила, она не доится. Она это проходила, проэтовалась. Не покрылась. И... Ну вот, ждем в этом... В 2020 году ждем... От нее прибавление, да? Сколько коровы дают сейчас в данный момент молока? Они запускаются, сейчас доят, она их раз. Не выдаешь за день, не станет рука. Ты раз в день же доишь их? Два раза. А, еще два раза. Ну, сколько они за раз дают? Литров шесть. Подмерзло вот тут. Литров шесть дают молока? Не сообразить нам сначала. Ну вот спрашиваю, сколько коров? За сутки, что ли? Ну в день ты. Ну я не знаю, за сутки или вот. Нет, не три. Я говорю, 6 литров. Да, 6 обои дают. Одна 6 литров дает. 5-6. Ну оно уже постоит, когда маленько чуть-чуть. И начинает горчить немного, да? Потому что запускаются, им надо будет. Ну, будем до какого доить их? До какого будешь доить? Чё ну, так? Просто. Людям-то интересно знать, наверное. Не знаю. Ну, мы уже не пропускаем молоко, потому что у нас уже... Ну, люди разбирают, и не хватает его. Так ведь? Да и мало дают, кого там пропускать. Ну... Она и сметана будет потом постоит и горько будет. Сметана будет горькая. Вот корова. Корова моя. Моя корова. Стоит, хоть лежи на ней. Вот на этой. А на той хрен полежишь. Да, малышка? А та жесткая корова, да. Да, малышка. Ух, она рогатая такая. А та даже руку сломала. Малышка, малышка. Эй. А там с краю еще одна стоит там вдалеке. На. Сразу на голову поднимает. Вдруг что дадут. Да, вдруг что дадут. Ух она, работа ее только. Ну, короче, коровы и телята стоят у нас, когда морозы на улице, больше 20 градусов, они стоят у нас в таком помещении. Когда меньше 20 градусов. Помещение как называется?
Теплый двор, хотя он не теплый двор, ну а тут, у нас, тут есть потолок. В Называевском районе тут двор, одвор или как, или двор. Ну. Двор это на улице, он там у нас. А у вас как? Одвор, а у нас стайка была, не знаю, бабушка так называла. Понятно. И ваши вот шевики, я не знала, что такое. Угу. Навоз был навозом. А у вас они шевики, это которые замерзнут, наверное? Ну да. У нас просто был. По городскому. Вот так. Вот такое у нас помещение здесь. Это, старенький, ему сколько уже лет? Кто? Двор это. Да как перешли, мы так его срубили. Диме уже 21. Да. 21 год этому двору. Он срубленный из бревен. Рубили мы с отцом. Бревна сосновые. Корова теплая. Теплая такая корова. А Шара. Тут просто продолжил я, сделал щитовой. Ну, так, если морозы и... холодные и замерзаешь. О, хочет убежать котенок. А ты закрыл или нет? Ну. Это. Че? Морозу холодно, так вот пришел, обнял, погрелся и ушел. Если сильно замерз. Ну да. Вот такая у нас большая грелка, да? Хотят убежать на улицу, ладно. Пойдем. Котята, короче, они это. Одичали, две кошки окатилось летом и. По три котенка принесли, ну и Елена Степановна кое-как приучает, старается приучать сюда. Надо свет выключить. Приучать, а они все равно какие-то дикие. Здесь дырка, чтобы пар выходил. Здесь она закрытая, тут, короче, котята вылазят. А там пар идет, там открытая дырка. Навоз, короче... Не успел еще вывести. Да и не буду возить. Блин, сегодня не буду возить. Короче, столько снега у нас. Ветер дует сегодня на меня сюда. Вот дует. Привет, привет. И вот сюда. И, блин, тут ходил вот только шарфик одел. Два раза ходил, рукавицы менял. Холодно так вот греет. Сейчас покажу вам. Сейчас покажу, приближу. Вон там, вон, видите? Вот 26 градусов, а ветер дует и сюда задувает. Северный ветер, короче, дует. О, стажок кормим. Столько снега у нас. Ну, немного еще. Еще мало снега, но уже. А это пошла курей кормить туда, Степановна моя. Курицы там живут, отдельное помещение. Короче, так вот, камера начинает замерзать. Стабилизация уже так срабатывает, уже плоховато. Ну, холодно. Ну и ходить без рукавиц. Вот хожу без рукавиц в данный момент, сейчас снимаю, холодно. Ой, вот так вот. Вот такая у нас погодка. Ну, погода как погода. Ветер только сильный, ветер. Ветра не было бы. Ну и пусть будет хоть 25, хоть 30 градусов. Это ерунда все. Не так страшно. Просто ветер дует холодный. Ветер северный дует. И северный ветер вообще холодный ветер. Все. На этом, друзья, все. Делитесь своей погодой, какая у вас стоит. Напишите, пожалуйста, интересно узнать, какая погода в данный момент у вас стоит. У нас сегодня 19 ноября 2019 года. Вот так вот. С вами был я, Владимир Белов. Омская область, деревня Окунево, Мурманского района. Так что такая вот у нас погодка. Все, пока.